миссис Гокинс. Доктор Лайвиси ранен. Его надо спрятать. Выздоравливай, Лайвиси. Через ущелье у старой мельницы мы проберемся к лагерю и снова пойдем в наступление. Командир, наш отряд в Южной долине потерпел поражение. Доктор Лайвиси с несколькими бойцами отступает вдоль берега по направлению к Бенбоу. А ему же вы здесь, капитан? Мой командир, у нас нет пороха. Нам нечем драться. Пороха? У вас нет пороха? Ну, с порохом сумеет драться каждый. А сабли? А ножи? А зубы? Зубы, которыми можно перегрызть врагу глотку. Или у вас уже не осталось зубов, капитан? Вот порох смолит. Но ведь это последний. Да, последний. Значит, надо беречь порох. Значит, надо врасплох напасть на этих бешеных псов и у них отобрать порох. А потом вы забываете, Смолет, о наших друзьях из свободной Франции. С часу на час должен прибыть корабль с оружием. А может быть разумнее? Самое разумное, Смолет, исполнять приказ командира. Пробиться к Бенбоу и выручить Лайвиси и его ребят. До скорого свидания, миссис Гокинс. Берегите Лайвиси. Стакан рому. Женни, стакан рому. Хорошо, мама. Я у вас погощу. Я человек покладистый. Ром, свиная грудинка, яйца. Вот все, что мне нужно. Откуда вы? Кто вы такой? А? Какое вам дело до этого, миссис? Неспокойно на острове. Зовите меня капитаном. Да поменьше болтайте, что я здесь живу. Дженни, комнату наверху, господину капитану. Хорошо, мама. У нас нет слуг, только я с дочкой. Тем лучше. Этот сундук я люблю носить сам. Смотреть в оба на вахте. Если появится моряк на одной ноге,
Свистать всех наверх. Там стучал внизу Дженни. Не волнуйтесь, Лейвис. Это какой-то моряк. Он будет жить наверху. Спасибо, Дженни. Ворачивай парус, йо-го-го, веселись как черт. Эй, хозяйка! Рому! Где же ты, дорогой Билли? Отчего не выходишь встречать своего старого корабельного друга? Я принес тебе привет от одноногого. Ты пулями, других убила старость, йо-хо-хо, все равно забор. Попугай старого Флинта? Значит, и ты здесь бил. Выходи скорей, или ты что, решил со мной играть в прятки? Ладно. Ты выследил меня, Дик. Говори, зачем пришел. Я пришел за картой. Не сумели сберечь своего, теперь гоните за чужим? Уходи вон! Эх, Билли, Билли, много воды утекло с нашей последней встречи.
У тебя даже стала короткая память. Был закон и джентльменов удачи. Дай мне твою правую руку. Черная метка. И все равно я не отдам карту. Какой ужас. Мне нужно сняться с якоря. Лявиси, это тот моряк, о котором я вам говорила. Он ранен. Раму! Слово «ром» и слово «смерть» для вас означают одно и то же. Поверьте мне, я доктор. Все доктора швабры! Что они понимают в моряках? Я был в таких странах, где жарко, как в кипящей смоле, где люди так и падали от желтой лихорадки, а землетрясения качали сушу, как морскую волну. Что знаете вы, доктор, об этих местах? И я жил ромом. Да-да! Ром для меня был и мясом, и водой, и женой, и другом. О! Негодяи пронюхали, где я. Я не боюсь их. Билли Бонс отдаст концы и снова обставит их. Дик страшный человек, но одноногий, который его прислал ко мне, еще страшнее. Не отдавайте им сундук! Не отдавайте! Там есть карта. Я один знаю это место. Старый Флинн сам передал мне перед смертью. Смотри, оба на вахте! Пятки, пятки! Рому! Эта карта должна быть спрятана здесь. Он все время говорил о сундуке. Он из шайки знаменитого пирата Флинта. Вот карта. Именем короля. Мы ищем бунтовщиков, поднявших восстание в Южной долине. Восстание? Какое восстание, сэр? Не прикидывайтесь дурочкой. У нас есть точные сведения, что вы даете приют этим разбойникам. Опомнитесь, сэр. Довольно болтать. Приступить к обыску. Здравствуйте, сэр. Вы кого-нибудь ищете? Но у нас никого нет, сэр. Один только постоялец, Билли Бонс. Да и мы это сами увидим. Эй, кто здесь? Имя? Мое имя Билли Бонс. Называют меня капитаном. С какого корабля? Этот глаз я потерял на корабле неустрашимого адмирала Гока. Жду нового боя, чтоб потерять и второй. Под командой адмирала Гока? Руки вверх! Назад! Смирно! Смирно!
Уведите пленных. Я рад вас видеть, Лавис. И есть печальные вести. Везли нам оружие и порох. Мой командир, у нас будет оружие, у нас будет порох. Вот смотрите, эту карту мы нашли в сундуке убитого здесь моряка Билли Бонса. Это карта острова, где знаменитый Флинт хранил несметные сокровища. Но чтобы доплыть до этого острова, нам нужен корабль, нужны деньги. Если мы отдадим половину этих сокровищ какому-нибудь богачу, ну хотя бы этому мошеннику Трелони, он даст сколько угодно денег на снаряжение экспедиции. Трелони? Как можно иметь дело с этим грязным ростовщиком? Иного выхода нет. Надо перехитрить эту шельму. Попробуем расплатиться из его кошелька. Это будет единственный случай, когда проценты получат те, кого он грабил всю жизнь. То есть он узнает, кто мы такие? Позвольте мне переговорить со сквайром Трелони. Если к нему пойду я, он ничего не будет подозревать. Прекрасная мысль, Дженни. Идите. Но только, сэр, это должна быть страшная тайна. Дитя мое, неужели ты не знаешь, что я нем, как могила? Твой отец 40 лет арендовал у меня землю. Тебя я знаю с пеленок. Ты можешь мне довериться вполне. Сэр, вы можете стать во много раз богаче, чем теперь. Вы, сэр, можете овладеть несметными сокровищами. Да. Но вы испугаетесь, сэр. Пусть тебя это не смущает. Говори. Говори, дитя мое. Сэр, слышали ли вы о капитане Флинте? Слышал ли я о Флинте? Это был самый кровожадный из всех пиратов. Он ограбил и потопил сотни кораблей. О, это был смелый разбойник. Откровенно признаться тебе, я иногда даже гордился тем, что Флинт англичанин. А ты почему спрашиваешь, слышал я о Флинте? Потому что есть люди, которые знают, где зарыто сокровище Флинта. Говори, дитя мое, только помни, что это тайна. Страшная тайна. Никто не должен знать об этом. Ой, да ведь я только вам сказала, сэр. Ну да ты мне, я другому, и будет знать вся страна. Ну говори, говори. Да, но помните, что половина сокровищ должна принадлежать тем, кто откроет вам эту тайну. А может быть, треть? Ой, нет, сэр, половина. Ну, хорошо. Только не мучай меня, ну не мучай меня! Джентльмены! Сэр Трелони хочет говорить с вами. Мой командир, мы готовы к отъезду. Ну, в добрый час, Лависи. Вы, Смолет, только вам мы можем доверить такое трудное и опасное дело. Зорко следите за этим бестией Трелони. От него можно ждать любой подлости, любого предательства. Каждый час, каждую минуту
вы должны чувствовать биение наших сердец. А мы будем чувствовать биение ваших сердец. До вашего возвращения продержимся. Только скорее и с пустыми руками не возвращаться. Ну, желаю успеха. Прощайте, Дженни. Лайвиси, возьмите меня с собой. Нет, это невозможно, Дженни. Я не могу вас подвергать такой опасности. Лайвиси. Доктор, доктор, что вы так долго? Нет, нет, это невозможно. Вы нас задерживаете, доктор. Невозможно. Этим чемоданом смотрите в оба, там важные документы. Надолго пожаловали, сэр? Мне нужно купить корабль. Мы отправляемся в опасное путешествие. По одному делу. О, я охотно помогу вам в этом, сэр. У меня есть старинный приятель. Он вам все устроит. Чудесно. Я вас отблагодарю за это. Мой друг Блендли, о котором я вам говорил, сэр. Мне нужно купить корабль.
Это должен быть прекрасный корабль, готовый к любым опасностям. Есть подходящий корабль. Отличная шхуна. Испаньола. С готовой командой, достопочтенный сэр. Мой лучший друг, мистер Бленни. Мы можем доверять ему вполне. За здоровье моего лучшего друга, достопочтенного сэра Трелани. За здоровье капитана! Здоровья! Адмирала Трелани! Здоровья! Дорогие друзья, рекомендую ваш капитан, ваш судовой врач, а я буду начальником экспедиции и, как вам самим было угодно назвать меня, адмирал. Здоровья адмирала Трелани! Ура! Не нужен ли боцман на ваш корабль, адмирал? Лучшего боцмана вам не найти. Может быть, хотите знать, кто я? Меня зовут Джон Сильвер. Я потерял ногу в бою на корабле под командой сэра Вальтера Ралли. И это могут подтвердить все. Израиль Ганс, ты должен помнить это. Уже будучи одноногим, Джон Сильвер уложил своим кортиком 9 врагов. Андерсон, знаешь ли ты Джона Сильвера? Кто помнит, как был захвачен Сан-Томас в устье реки Оренока, тот не может забыть одноногого Джона. А ты, Джордж Мэри? Знаешь ли ты Джона Сильвера? Когда я служил под знаменами герцога Кумберлендского... Есть здесь кто-нибудь из вас, кто не знает Джона Сильвера? Я не знаю Джона Сильвера. Мне кажется ли вам, сэр, что набор команды следует поручить мне, капитану? Дорогой капитан, вы видите перед собой настоящих испытанных моряков. Может быть, они неказисты на вид, но все это отчаянные храбрецы, верные и надежные люди. Отчаянные храбрецы, верные, надежные люди. И все-таки, сэр... Ну, двоих, если хотите, можете нанять сами. А остальных я беру у моего друга Бленни. Прошу вас, достопочтенный адмирал, осмотреть Испаньолу. Флагманский корабль вашей эскадры. Ура! Смолит, мне кажется, что этот одноногий и его люди не хуже нас знают о сокровищах Флинта и догадываются о цели нашего путешествия. Может быть, было бы разумнее, если бы... Самое разумное, как можно скорее достать деньги и оружие. Грей! Грей, разыщи Джойса и Гюнтера. Будьте готовы к отплытию. По морям и океанам
злая нас ведет звезда. Вроде мы по разным странам, и нигде не вьем гнезда. Стала нашим капитаном черная, как ночь, звезда. Но кому унывать, нам нечего терять. Эй, дождена, будет волна, кровью волна! Приятели, смелей разворачивай парус! Йо-хо-хо! Веселись, как чёрт! Одни убиты пулями, других убила старость! Йо-хо-хо! Всё равно на борт! Море, принимай обломки, мертвых похоронит мрак. Скроют от людей потемки подвиги морских бродяг. Проклянут не раз потомки черный наш пиратский флаг. Нас родила тьма, мы бродим, как чума. Близится час, служит приказ, дело за нас. Эй-эй! Приятели, смелее, разворачивай парус. Йо-хо-хо! Веселись, ха-ха! Ведь пулями других убила сталь. Йо-хо-хо! Все равно! На корабль Сквайра Трелани. А ты кто такой? Меня зовут Джим. Я хочу участвовать в этом плавании. По адмиралу Юнга. Что можешь делать, парень? Стряпать умеешь? Есть! Тряпать умеешь! А ром пить умеешь? До дна и не отрываясь. Посмотрим, выйдет ли из тебя моряк. Назвался смелым, значит, не дрожи в бою. Ты сумей отважным делом смелость доказать своим. Слабые душой и телом в нашу не войдут семью. Купи, а смелый победи, море поет! Море поет, море зовет! Приятели, смелей, разворачивай пару. Йо-хо-хо, веселись, котча! Одни убиты пулями, других убила старость. Йо! Все равно! Oh,
Здравствуй, Джойс. Тебе не следует заниматься тяжелой работой. Ничего, капитан. На острове найдется время для отдыха. Здравствуй, Грей. Добрый день, капитан. Отдай мои пиастры! Прекратить драку! Вам разве не известно, боцман, что на корабле запрещена игра на деньги? Эй, вы! Выброшу кости за борт! Почему мушкеты на руках у матросов? Боцман, вы распустили команду. Я вас уже предупреждал. Еще одно замечание, и вы будете смещены. Убрать деньги! Спрячь пиастры! Пиастры, пиастры, пиастры! Пора захватить их оружие, а самих выбросить за борт во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вышвырнуть за борт и остаться без карты. Ты всегда был идиотом, Израиль Ганди. Старая обезьяна. Если у нас будет все оружие, пистолеты к вискам и карта в кармане. А кто поведет корабль к острову? Я, Джордж Мэри, Израиль Ганс. Мы все моряки. Ты хочешь сказать матросы, Андерсон? Я побольше вашего плавал в океане. И то не возьмусь за такое дело. Ну и что же, по-твоему, Джон? Не подавать виду, что мы знаем о цели путешествия. Пусть они выроют клад и доставят его на Испаньолу. Ну, а дальше? А дальше отправимся в обратный путь и пустим их гулять. Что? На дно морское. Так гласит великий пиратский закон. Джентльменов удачи. Или перережем их, как свиней. По тому же закону. Так всегда поступал старый Флинт и добряк Билли Бонс. Да, добряк Билли был мастак на такие дела. Мертвые не кусаются, говаривал он. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Да, мертвые не кусаются. Когда я разбогатею и стану членом парламента и буду разъезжать в золоченой карете, я вовсе не желаю, чтобы ко мне ввалился, как черт к монаху, один из этих болтунов. Когда я служил под знаменами герцога Кумберлендского... Все-таки надо захватить оружие. И я это сделаю, Джон. Делаю, надо захватить. Веревка давно скучает по твоей бараньей шее. Кто там? Корабельный юнга, Джим. Корабельный юнга, Джим? Мы давно в море. Почему я вижу тебя впервые? Меня нанял боцман. Что тебе нужно? Дженни? Дженни Гокинс? Как вы попали на Испаньолу? Что означает этот костюм? Об этом потом, капитан. Есть дело поважнее. Я слышала их разговор. Они знают все. Они хотят захватить оружие и убить вас.
Значит, Лайвиси был прав. Я сейчас позову его. Надо действовать. Нет! Нет. Умоляю вас. Умоляю вас. Не говорите ему, что я здесь. Пусть он об этом узнает после. Команда ничего не подозревает. Я останусь среди них и буду наблюдать. Если я что-нибудь узнаю, я сообщу вам. Ты зачем шляешь всех к капитану? Команда ничего не могла узнать. Это ложь. Ложь. Я был нем, как могила. Ваш матрос лгун и предатель. Покажите мне его. Позовите его сюда. Я запорю этого негодяя. Довольно. Капитан, здесь я. А главного болтуна вы можете увидеть в зеркале. Я предлагаю теперь же напасть на них врасплох и в открытом бою решить дело. Ваша горячность делает вам честь, Лайвиси. Но силы не равны. Вы, я, Джойс, Редрут, Гюнтер, Абрам Грей. Словом, все те, кого мы взяли в Дублине. И, может быть, еще тот матрос, который мне сообщил о заговоре. Мистера Трелани мы принимать в расчет не будем. Значит, 6 против 13. Или, в лучшем случае, 7 против 12. И потому не нападать, а выжидать и готовиться. Я понимаю, дорогой Лайвиси, что это не так приятно. Но в наших условиях все остальное грозит гибелью. Надо действовать так. Вы, Лайвиси, возьмете карту у мистера Трелани? Нет. Нет и нет. Я адмирал. Я начальник экспедиции. Я хозяин и свое. Вы, Лайвиси, возьмете карту у мистера Трелани? Какую карту? Карту. Карту? И спрячьте так, чтобы ее не смогли найти копираты. Но и никто из нас. Что касается оружия, сделаем так. Дурачок, стадо баранов, олухи. Эй, Юнга, работать? Я не потерплю на корабле любимчиков.
Итак, как только мы подойдем к острову и бросим якорь, мы разрешим команде отправиться на берег. А если они устроят бунт и потребуют карту, мы запремся в каюте и будем защищаться. А если Ведь они... Ведь все оружие в наших руках. У них только несколько мушкетов, перевес на нашей стороне. Но я думаю, что этого не случится. Джон Сильвер крепко держит их в руках и не допустит бунта. Они высадятся на берег и будут стараться найти клад без карты. Следом за ними высадимся и мы. И займем крепость Флинта. Мы там будем в безопасности. И пока они как слепые котята будут блуждать по острову, мы вырыем клад, вернемся раньше их на Испаньолу и пустимся в обратный путь. Порядком устали. Прогулка на берег никому не повредит. Двойная порция грогу на дорогу. Ура! Всем ехать на берег! Всем! Когда я служил под знаменами герцога... Всем ехать на берег! Всем ехать! Ранние головы. На, я вас налакаетесь рому, а потом на виселицу. Полегче, Джон! На корабле останется ты, ты и ты, Андерсон. Смотреть в оба на вахте. Если они что-нибудь затеют, сообщить. Шлюпки, Юнга. Что за дьявольское наваждение? Сам Флинт говорил мне, белый камень. Между трех сосен. 50 шагов вправо, вход в пещеру. Где ж пещера? Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. И оба, должно быть, были пьяны, как верблюды. Ты и капитан Флинт. Если б у нас в бою за кошачье логово был такой Благаус, мы могли бы из него перестрелять всех королевских собак, как куропаток. Когда мы достанем сокровища Флинта, у нас будут крепости получше этого сарая. Что? Что вы сказали, капитан? О, теперь мне все ясно. Теперь, наконец, я понял, с кем имею дело. Лучше поздно, чем никогда. Да как вы смеете? Если бы я знал, что вы за люди,
Так я лучше бы ушел с Джоном Сильвером. Это никогда не поздно, господин ростовщик. Правильно. Такому ростовщику самое место с пиратами. Что случилось на Испаньоле? Эти скоты напоили нас, а сами сбежали на остров. Где Сильвер? Не знаю. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Эй! Пока вы здесь как бараны ищете клад, эти скоты обманули нас и удрали с картой на остров, держа курс на западную сторону к Блэкгаузу старого Флинта. Здесь лес. Надо пройти к белым камням и потом подняться на гору. Дженни Гокинс? Кто идет? Капитан Джон Сильвер хочет говорить с вами. Капитан Джон Сильвер? Не слыхал про такого. Это я, сэр. После вашего дезертирства команда выбрала меня капитаном. Что вам нужно? Только карта острова. Если вы отдадите нам карту, мы достанем клад и на обратном пути высадим вас на берег в полной сохранности. Карту вы не получите, клад не найдете. Компаса у вас нет, и судном управлять вы все равно не умеете. Питесь, обещаю сохранить. Я открою, что Юнга жив! Эй! Лайвиси! Ты захотел обмануть старого Джона? Джон Сильвер не любит предателей! Убирайтесь вон! Мы еще встретимся с тобой, Юнга! Мы еще тебе поджарим пятки! Ты будешь знать, как шляться к капитану и доносить! Ну что ж, благородный джентльмен, когда вы попадете в руки джентльменов удачи, вы живые, будете завидовать мёртвым. Мне не надо учить вас драться, друзья. Помните только одно. Каждый ваш выстрел, каждый смертельный удар по пиратам приближает нашу на родине. К оружию, граждане! Да здравствует свобода! Бей, барабан, походную тревогу. Время не ждет, товарищи, в дорогу. Нас враг живыми не возьмет. Наш путь к победе приведет. Наша заря взойдет. Мы свободное, гордое племя. Мы боремся за каждый шаг. Ружья за плечи, ногу стремя. Кто не с нами, тот и трус, и враг. Ружья за плечи, не ногу стремя. Кто не с нами, тот и трус, и враг. Бей барабан, походную тревогу. Время не ждет, товарищи, в дорогу. Друг, как я тебе пою. Все, пой за родину свою. Будет жить кровавое время, красою боевых атак. Ружья за плечи и ногу стремя, кто не с нами, тот и трус и враг. Ружья за плечи и ногу стремя, кто не с нами, тот и трус и враг.
Амистан! Огонь! Тащи хворост! Живей! Они похитили Джейн. Что же вы, Лавис? Сейчас перевес на их стороне. Надо выждать время, Смолет. Одинокого. Я один знаю тайну острова. Сокровища в шалаше. В шалаше? Энган? Неужели ты не мог промахнуться, как промахнулся первый раз в жизни старый Флинт, стреляя в этого каторжника? Ведь это он, Бенган, помогал Флинту прятать сокровища. Если бы мы взяли его живым, мы и без карты узнали бы, где лежит клад. Грязный осел! Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Налет! Капитан, здесь я! Посмейте только тронуть, и вы будете иметь дело со мной. И хотя у меня не все ноги дома, я сломал свою клюку. Об это животное! Я все-таки увижу, какого цвета у вас внутренности! И хорошо помни свои права, капитан. Но ты забываешь наши общие интересы. Мы уходим на совет.
Я один только знаю, кто ты. Я постараюсь спасти тебя, девчонка. Но если уж потом мне придется плохо, выпутывай старого Джона из петли. Я сделаю все, что могу. Услуга за услугу. Ага. Ветер крепчает. Я буду, капитан. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А, черная метка. Я так и знал. Ты хочешь стать капитаном, Ганс? А пока дай огоньку, моя трубка погасла. Живей! Живей из бочки! Мы приступим к выбору нового капитана. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Я думал, что ты действительно знаешь правила джентльменов удачи. Вы должны сначала выложить не обвинения, а я ответить на них. До тех пор я капитан. И ваша черная метка стоит не больше покрытого плесенью сухаря. Ты хочешь знать обвинения? Это благодаря тебе мы им дали доплыть до острова. Это ты выпустил их с корабля. Вместе с карты. Это ты не даешь расправиться с этим предателем. Молчать! Молчать так, как вы молчали 20 лет, когда начинал говорить Джон Сильвер, друг и брат итальянских пиратов. Нас никто не может обвинить без корысти и жалости. У вас нет ни капли здравого смысла. Чего там смотрели ваши матери, отпуская вас в море? Вы хотите знать, почему я не отдаю вам Юнгу? Нам нужен заложник. Поджарить ему пятки мы всегда успеем. Но пока он жив, поверьте старому Джону, чтобы спасти мальчишку, они сами приволокут нам и карту, и клад. И карту, и клад. Да-да, и карту, и клад. Капитан! Доктор Лайвиси! Передайте доктору Лайвиси, что капитан Испаньолы, Джон Сильвер, согласен говорить с ним. Молодчина, Джон! Крепкая голова! Что вас привело сюда, сэр? Я прошу освободить Юнгу Джима. Вот как? Юнга, наверное, оказал вам большие услуги, что вы так дорожите его шкурой. Ну что ж, мы можем вернуть вам вашего Юнгу на таких условиях. Вы приносите нам карту острова, ту самую карту, которую кто-то из вас украл у нашего друга Билли Бонса. Вместе с нами идете туда, где хранится клад. Иначе кто вас знает, может быть, вы подмените карту и заставите нас, как старых верблюдов, искать клад там, где его никогда не было. Мы достаем клад, мы грузим его на Испаньолу, вы доводите судно до ближайшего порта, и мы высаживаемся на берег. И тогда Юнга Джим переходит к вам в полную собственность. Я должен это решить с моими друзьями. Дайте нам
24 часа срок. 24 часа? Когда речь идет о полумиллионе фунтов стерлингов? Это возможно. Эти 24 часа Юнга Джим должен быть в полной безопасности. И это возможно. Юнга Джим проведет эти 24 часа в моей капитанской каюте под присмотром двух надежных людей. Я буду охранять Юнгу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ты? И ты, Джордж Мэри, за Юнга ответишь головой. Когда я служил под знаменами. Ну? Кто-то побывал раньше нас. Не падай духом, Редрут. Теперь я начинаю понимать, что хотела сказать Жене. Джойс, Редрут тебе расскажет, что надо делать. Смолет, теперь все ясно. С Редрутом ясно, где клад. Женя на Испаньоле. Я говорил с Джоном Сильвером. Женя упорно показывал на стенку в шалаше. Надо во что бы ни стало освободить шалаш от пиратов и осмотреть его. У меня есть план. Ничего сделать нельзя. Джон Сильвер со своей шайкой с дорогой. Мы не можем пробиться к кладу. Пойдем. Воды. Воды. У меня затекли руки. Веревки режут мне грудь. Я надеюсь, что при дирже сокровищ мистер Трелани оценит мое доброе сердце. О, да. Шайка одноногого Джона бродит на опушке. Надо усилить охрану. Thank you.
господа, пират! Джентльмены, удачи! У нас нет оснований ссориться. С вами мы быстро найдем общий язык. Вы не бунтовщики, которые хотят отнять у нас все добро. Я охотно вручу вам карту, и мы поделим клад пополам. А мы вас примем в почетную семью пиратов, а? Карту! Стойте! Стойте! Подождите своего капитана! Стойте! Они убежали, бросили своего капитана, но я не отдам им сокровищ! Если я правильно понял, Дженни, клад находится где-то здесь. Тут какое-то странное углубление. Долина не напрасно ждет нашего возвращения. Золото! Золото! Сколько золота! А я, старый болван, не знал, что он рядом со мной. Скорее, скорее на Испаньолу! Приятели, смелее разворачивай парус. Веселись так. Одни убиты пулями, других убили. Три голоса эта песня лучше выходит. Дай ключ от каюты. Когда я служил под знаменами герцога Кумберлендского. У пьяного быстрее время бежит, чем у трезвого. На моих часах 24 часа прошло. Дай ключ. Не дам. Мы быстро узнаем, где карта. Помяни, Господи, царя зови. Не дам. Ах, так. Довольно сидеть в этом собачьем ящике.
Идем исповедоваться во имя Отца и Сына и Святого Духа. Путешествие окончено, командир. Оружие и сокровища доставлены в лагерь. Спасибо, друзья. Спасибо, Дженни. Ты не напрасно переоделась мальчиком. Ты заменила Юнгу. Ты доказала, что молодые патриотки умеют выполнять свой долг перед Родиной. Назначаю тебя адъютантом в отряд доктора Лайвиса. Походную тревогу, время не ждет, товарищи, в дорогу. Эй, бой, и юный, и седой, вперед за жизнью молодой, смело последний бой. Пусть победа горит над всеми, наш гордый свободный стяг. Ружья за плечи и ног,
время. Кто не с нами, тот и друг земля. Ружья за плечи и ногу стреля. Кто не с нами, тот и друг земля. Пусть победа горит над всеми. Наш гордый и свободный стяг. Ружья за плечи и ногу стреля. Кто не с нами, тот и друг земля. Ружья за плечи и ногу стреля. Кто не с нами, тот и друг.